Витя Хряпа промахнулся. Там, в общем, Саша Каун пытался Софокласа с Хорхонитиса босиком за трое суток оббежать. Этого не получилось сделать. И посмотри. Два штрафных броска сейчас будет назначено. Вот игрок принимает решение. В общем-то, с такой позиции он пытался все-таки бросить по кольцу. А вот они правила. Это Ремесина, безусловно, возмущен. Но он убедился, он переспросил арбитра, вы считаете, что это был бросок, то сказал, да? Молча причем даже. Да? Ну, здесь не был бросок, вообще сейчас понятие такое ушло, наверное, из баскетбола, что это был бросок, это было движение на атаку. Вот да. Так это сейчас можно сказать. Это называется бросковая фаза, да? Вот. Бросковая фаза. А откуда она сделана и в каком положении находится игрок, это абсолютно без разницы. Тайрус Райс, да, завершает штрафную сессию. И что, еще один он пробивает? И сколько, ему три дали, что ли? По-моему, это второй же бросок, да? Да, это три, он из трехочковой линии толкался. Он вроде нырнул к кольцу, вроде заступил за линию, но что-то...